Он же сказал в смс-ке, что оно под травой лежит. И что ты там делал? Так ищу. На запчасти на БМВ. СМС-ка пришла, а он под веточкой лежит. Там ничего. Нет. Он меня кинул. Сука. Быть, короче, крутым на кадре, ебать. Уши, чтоб не торчали. Да, в очках на улице плюс 11, и он в очках. А никто не знает об этом. У меня датчик работает. Люди на улице плюс 11. Короче. Всем привет, друзья. Прошел ровно год после того, как я приобрел автомобиль BMW E39. И за этот год владение, скажем так, говно. Раз, два, три, дубль 68. Всем привет, друзья. Прошел ровно год после того, как я стал владельцем автомобиля BMW E39. И за этот год он меня приятно удивил. А чем именно, смотри дальше. В общем, друг, ты хотел узнать, ломается ли BMW E39. Я хочу сказать, что за почти год, как я ее владею, у меня особых поломок никаких не было. Первая из них — это разрядившийся аккумулятор в гараже. Я ее оставил на целый месяц на сигнализацию. И все. Как бы из серьезных проблем, там, поменять фильтра масла, ну, как бы это любая машина, даже Жигули требует. Из всех автомобилей, которые это был, а у меня было 2 36-х и 34-ка, я хочу сказать, по надежности, это самый оптимальный автомобиль для меня. На втором месте идет E34 и на третьем E36, потому что с E36 сплошные расходы на запчасти. Одним из важных советов, после зимы я рекомендую смазать все петли и все шарнирные соединения с помощью ВДшки. Помимо этого, я столкнулся с проблемой тем, что у меня разрядился аккумулятор. Я около месяца держал машину в гараже на сигнализации, из-за этого карантина не посещал ее. Надо было срочно поехать и не смог завести, потому что аккумулятор разрядился. Также важный момент, смазывайте все элементы подвески кузова, там петли, такое, с помощью ВД-40. Тогда вы избежите знаменитых проблем для BMW E39, это отрывание ручки, когда она замерзла. Соответственно, вы сэкономите себе время, деньги, а ВД-шка не так уж и дорого стоит. Также, учитывая, что сейчас небольшой кризис, заправляюсь я бюджетным топливом, это спиртовой E95. И хочу сказать, что расход довольно-таки радует с учетом цены на топливо. О, полицаи. О, полиция приехала, сзади стоит. Сказать, что BMW E39 это довольно-таки антикризисный автомобиль, потому что по затратам на запчасти приходится брать кредиты, пошел на вторую работу, работать ночью. А что именно я купил, сейчас я покажу. Это ароматизатор с запахом кофе. Пришлось работать на двух работах, но теперь... машина едет как нужно. Если бы меня сейчас спросили, не жалею ли я, что я купил BMW E39, я отвечу: нет.